Ангарск снова медленно, но верно атакует горностаевая моль. Так называемый яблочный паразит оседает в основном на плодоносных деревьях и кустарниках, таких как акация, черемуха и яблоня. Очаги поражения обнаружены в 12-м микрорайоне и на улице Чайковского, а больше всего во дворах старых кварталов. За 5 лет активной фазы вредное насекомое погубило не один десяток ангарских деревьев. Мы раньше опрыскивали сами, так говорится. У меня вот была такая яблоня тогда. Я ее опрыскивала, а потом... Я говорю, Максим, бесполезно, что мы опрыскиваем. Говорю, давай, и мы ее, короче, снесем. Ну, мы, короче, ее снесли, и все, и у нас нормально, как бы. И там, которые потом остальные, другие были во дворе яблони, ну, мы сказали, что давайте, говорю, мы это все спилим, все уберем. И вот сейчас убрали, сейчас вроде ничего. Мы раньше лазили везде эту черемуху, даже помню, еще не толком, только маленько покрылась, мы ее жевали, помню, да. А сейчас вообще, сейчас даже опасно подойти-то даже. В мае в городе провели двухэтапную обработку насаждений у дорог и в парках. Из местного бюджета на эти цели выделено 200 тысяч рублей. По словам специалистов администрации округа, препараты безвредны для людей, животных и растений. Обрабатывать дворы и внутриквартальные территории – обязанность управляющих компаний. Жилищники борются с молью струями воды. Чем лучше омывать дерево, тем выше шанс, что моль больше не вернется.